По поводу вируса, я думаю, что это, конечно, запускается специально для того, чтобы продать эти антидоты, заработать денег. Откуда ветер дует, понятно, что я не спецслужбы, чтобы это знать, но я думаю, спецслужбы знают, откуда все это происходит. Людей, я думаю, что ежедневно в Москве умирает больше, чем от вируса за 3 года. То есть там у нас 12 тысяч, по-моему, человек в день умирает. Страшная статистика, но это естественная смерть. И 10 тысяч рождается, насколько я, может, это плюс-минус. Так вот, я считаю, что, конечно, СМИ раздувают иногда, делают героями тех, кто совсем не герой, и раздувают проблемы, которые совершенно не являются проблемами, особенно в России. Вот зачем нам знать про этот вирус? Зачем нам лишняя информация негативная нужна? В мире очень много негативной информации. Что теперь нам с утра до вечера этот негатив в новостях слушать? А телевидение, оно уже работает на потребу публики. То есть считается у телевидения, что чем хуже, страшнее история, тем больше будет рейтинг, к сожалению. Но расскажите про бабу Зину, которая отвоевала войну лишний раз. Сейчас чуть-чуть стали показывать. Но вообще, честно говоря, новости хоть не смотри.